Итак, друзья, вот гуляю по столову, наконец вот это место открыли. Один раз сюда пришел, оно было закрыто еще, когда нам разрешили ходить по вечерам, по утрам. Вот его открыли, видите, красивая какая красота здесь. Все подсвечено, вечером гулять. Сказка. Сейчас светит, дует прохладненько. А так здесь замечательный такой теплый ветер. И вот, друзья, кто будет в Салову, обязательно приходите сюда, вот здесь вот, идите по набережной, где вот вывеска Салову, буквами. И прям дойдете вот до этого места красиво, где можно пройтись так, можно считать, в скалах. И понаблюдать за красивым закатом. Вот она, красота какая. И в общем, друзья, сегодня немножко залетел. Поехал сегодня колесо меняющий монтаж в Тарагону. Вадим там сервис, где он постоянно меняет. И оказалось, что у меня колесо уже плохое. Поэтому вот пришлось купить новое. Они говорят, тут сегодня по два колеса продается. Говорит, два, говорит, бери. А я говорю, блин, пока два я не могу тут. Два сразу 148 евро. В общем, одно колесо сегодня поменял. 74 евро. Ну, с монтажом, соответственно, все. Вот сегодня немного в минус ушел. Ну ничего, зато теперь у меня одно новое колесо летнее. А три остальных зимних остались, которые с России. В общем, тут, конечно, колеса подороже стоят. Вроде вот посмотрели сразу в интернете. Где-то 42 евро самое дешевое колесо. Но тут доставка, если по интернету заказывать. Еще не везде купить сейчас можно. Вот доставка плюс монтаж. В общем, где-то так, наверное, 70 и выйдет. Поэтому решили сразу здесь взять. Вот, но они тут по два колеса. Я говорю, мне два не надо, пока давайте одно. Типа тут у них штраф, если не разные колеса, значит штраф 50 евро. Но пока поезжу, надеюсь, потом поменяю. Вот, друзья, поэтому вот такие нюансики и будут. Так что сейчас все сделал, теперь на машине можно ездить. И будем дальше ее восстанавливать. Еду погулять в Камбрильс. Точнее, сегодня договорились с друзьями из Камбрильса погулять в Хоспиталете и в Плай Майами съездить. Давно там не были. По крайней мере, сейчас уже свободно все. Ну, как не свободно, конечно, сильно, но, по крайней мере, сейчас уже можно ходить, ездить так тихо, одним словом, так. Ну, хотя я уже ничего здесь более не боюсь, так езжу. Уже видел, полиция остановила машину передо мной тут. Но они оказались Сандоры, поэтому я сейчас спокойно уже езжу. Сегодня весь день тоже катался, там, всяким вопросам, по делам, по видео снимал, поэтому все вроде нормально, пока никто ничего не останавливает, полиции сильно не вижу. Кстати, в сегодняшний день уже все еще заходили в магазин Lidl и Aldi. Там уже вот эти всякие перчатки стоят, но уже на кассе никто не стоит. Может, конечно, просто вечер был. В общем, уже там не стоят и не проверяют, чтобы ты эти перчатки одевал и руки пшикало с этой фигней. Ну, по крайней мере, что-то вроде, может, народ немножко уже успокаиваться стал после всей этой херотени. Заройте песок, назовите медным тазом, закройте наш член и накройте медным тазом мою голову медным тазом накройте. Побыть холостым, когда ты уйдешь, совсем от меня, я выпью вина и стану хмельным,
Сегодня это будет важным. И сегодня будет это нужный трактор. Сегодня трактор. Сегодня важно. И мы под него обязательно ляжем. Под этот трактор сегодня мы ляжем. Почему мы ляжем сегодня? Никто не знает сегодня. Но не ближе, чем надо. Но не ближе, чем завтра. Завтра вспомним сегодняшний вечер. Я не помню текста, можешь не снимать. Мы когда-нибудь ляжем под трактор, и нас всех похоронят вместе. Но не ближе, чем надо. 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 Thank you.
Что
закончился. Еще предварительно. Один богат, другой женат. Они
ждешь, то ты когда-нибудь умрешь. И мелкий свет, и мокнут звуки, и новые муки ищут руки. Если боль твоя стекает, значит будет новая беда. С тобой куда-то мы идем, а я курю, а ты конфеты ешь. И светит фонарь, и давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница. По географии трояка, мне на это просто наплевать. Ты говоришь, что за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, а дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Помада, сапоги старшей сестры. Мне легко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары. На ровно в 10 мама ждет тебя домой. Как сплетенные из ветвей ядра. Он придет из тебя. Идет на твой порог, мечта ждет его в руках. Продолжи. Десять стрел на десяти петля, лук сплетенный из ветвей. Из ветвей ядра,
Меч дождя в его руках. Breaking the rules.